Здесь ли что еще, ребята? Мимка. Ух ты мой, сумка какая шикарная. Она, по-моему, новая. Обалдеть, просто обалдеть. Чемодан. Чемодан с колесами. Чемодан. Ага. Луи Виттон. Но он не настоящий. Батюшки мои, батюшки мои. А это что-то новое. Спортивные что-то. По-моему, штаны какие-то. Фэшн. Это 10-й размер. Это large dry fit. Это, по-моему, джемпер. А это шорты. Офигеть. Ну ничего себе, ребята. Я в шоке. Это новая. Новый светильник Oyster Light. С Новым годом, с новым счастьем. И ну вот как это выглядит. Ребят, здесь еще одна сумка Мимка нашлась. А это second hand. Но ее нужно почистить, и она будет как новая. Обалденная кожа, мягчайшая. Просто она была тут завалена. Ну, вот как-то так. Находочки. Сейчас вам что-то покажу. Ой, батюшки мои, ну-ка. Вот что. Кукла какая-то огромная. Ой, сейчас я ее раскрою. Обалдеть, ребят, кукла огромная. И она сделана так, сидящая. Ручки, ножки, нигде ничего не разбито. Написано мое имя Джемма. Там еще что-то написано. Смотрите, какая она хорошенькая. Сапоги. Ну, вот тут еще что-то есть. На замочках. А это... Вот это положили, чтобы... Влага. Конечно, я ее возьму с собой. Посмотрите, какая она большая. Вот моя рука. А вот это Джемочка. Джемочка, поехали со мной. Хотя тут не укокошили, не раскокошили. Усадила. Усадила ее. Вы знаете, я думала, чтобы она не разбилась, не моталась. Али, по-сербски сейчас говорю. Вы знаете, если меня снимет камера, то подумают, что это я везу так ребенка, и придет мне огромный штраф. Потом поди докажи, что это была кукла. Так что придется мне ее отстегивать и сзади положить. Ковер. Ничего себе. Ребят, смотрите. Может быть, это серебряная. Лев и еще что-то там. Нифига себе. Серебряная Эдвардиниан.
1905 год. Crystal Perfume Bottle. Офигеть. Офигеть. А тут ничего, возможно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Каноэ, не каноэ. Я не знаю, как это называется. Огромная. Байдарки и каноэ. Понятия не имею. 84-го года. Огромная игрушка. Винтажная. Ох, нифига себе. Его с места не сдвинешь, этого Гарфилда. Но он очень старый. Ой, а это же как у нас были вот эти гномики. Это ж сколько ему лет? Тоже лет 50, наверное. И это очень старая игрушка. Тоже, наверное, лет под 50. Джай Марк, Австралия. Здесь стол разобрали и вынесли. Ножка какая солидная у него. Да уж. А здесь книги разложили как в магазине. Старинный торшер. И пробка у него еще из бакелита сделана. Узнаете? Не пропал стол. Человек несет и кряхтит. Я говорю, слушай, ну ты сейчас выглядишь как титан. Если сейчас ветер подует, крышка может мужика прихлопнуть, и будет мужику крышка. Надеюсь, этого не произойдет. Симпатичная подставка под телевизор. Вся из стекла. И кровать. Новогодний веночек. Старый кодек. Стулья деревянные. Камин. Стул плетеный. И яичко, качелька. Ну, какой это кошмар. Сколько их делают и сколько еще с тоннами выкидывают. А стоят они немалые деньги. Батюшки мои, я только сейчас заметила. Это же старинная китайская ваза. Ну, чтобы вы понимали ее объемы, вот это моя рука. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Да уж. Батюшки. Батюшки, батюшки. Милана Коллекшн. Офигеть. Ребята, вы посмотрите. Милана. Это же прям как Версачи.
Офигеть. Амбросия пальм. Ой, какие красивенькие. Новая посуда. Вы посмотрите. А ее и не открывали. Слушайте. Ну-ка, сейчас. Вот это, конечно, я возьму с собой. Джейми Оливер. Целый набор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там... Ой, вот эту, конечно, я с собой брать не буду. Максвелл и Вильямс. Стоило $25. Ручная роспись. Ой, ядрёна корень. Чуть не навернулась. Подносик. Это 3D. Очки. Это ланчбокс. Посмотрю, если посуда не тяжелая, я ее себе оставлю. И там очень-очень много всяких рамок для фотографий, для картин. Но я их не буду доставать. Ой, посуда, не греми, пожалуйста. Ага, не греми. Как тут не греметь? Так, все. Сейчас открою, посмотрим, как она выглядит. Не знаю, видите, тут все залеплено. Тарелочки, а это, по-моему, для супа. И вот еще одну я вытащила, ну, красивую. Амбросия палм. Луп Мейсона. Что это такое? Это не подсвечники? Наверное. Форма какая необычная. Две штучки. Точно. Видите, вот тут и свечки еще к ним. Два аквариума. Смотрите, специально разрезали тут и тут и тут, как Фредди Крюгер, чтоб никому не досталось. Даже эту сумку, которую и так бы никто не взял, тоже разрезали. Абсолютно с этого дома каждую вещь раздолбали. Тут видно, что ногой ее приплюснули. И гитару то же самое. Медведь огромный. Наверное, 1,50 м. Это что такое красивое?
Ой, какой комар тут сидит огромный. Ой, господи. Ой, какая посуда красивая. Сейчас посмотрим, где ее сделали. Комар, вали. Проваливай отсюда. Лимон. Кыш. О, господи. Маракан деко. Марокканская декорация. Слушайте, ну вообще обалдеть просто. Обалдеть и офигеть. Красиво как. Они новые. Вот. Их даже не... Вот. Купили и на улицу вынесли. Очень красивые. Обалденные. Вы знаете, что я их возьму с собой. Как их тут на улице оставлять? Раздолбают. Шикарная посуда. И смотрите, что старинная. Этажерка. Как ее назвать? Из бамбука. Ее покрасить. И будет вообще как куколка. Ух, жалко. Разбитая. Какая большая. Это подставка. Это прям вместе с троллями, с тележкой. Не пойму. Ага, у тележки колес нет. Ламба. Скейтборд. Ну, это довольно-таки, я хочу сказать, не новая японская картина. Это перламутр. Вот здесь его все-таки разбили. Птичка какая красивая. Будет вам видно или нет. Здесь... Китайская грамота, цветы, ну, очень красивая, а птиченька, каждое перышко вырезали. Вентилятор очень большой. Ну вот он, шиби, шик. Я вам хочу сказать, очень необычно. По-моему, его сделали из секонд-хенд дерева или под секонд-хенд. Секонд-хенд. Это верх. Верх от стола, а ножки открутили, под столом лежат. Барбекюшница Джордж Форман. О, ребята, я не знаю, может быть, сегодня это пожарили. А она в идеальном состоянии. Мыть не захотели и выкинули. Нету, даже царапинки нету.
Philips. Ну, тоже старая модель. Елочные игрушки. Очень красивая каруселька. Нет, старинных нет. Все современные. Ого! Вот тогда. Вот это да. Будда. А он еще весь переливается блесками. Никогда такого не видела. Очень большая картина ручной работы. А здесь какая рама красивая. Ух ты ж. Кто тут? Ого. Пикассо с вами нашли. Обалдеть. Ну, ее я возьму. Ее я возьму, потому что рама шикарная. Обалдеть. Смотрите, она большая. А Будда тоже не пропадет. Кто-нибудь пускай ее другой забирает. Забодаю. Канада. Швейная машина. Брада. Новая рама в пленке. Это сделано в Австралии. Это откуда-то из Индонезии. Тоже рама. Вырезана руками. Тоже картинка вот из ракушек. Угу, там какие-то индийские фильмы. Ой, страшно. А это, я думаю, это сари. 100%. Здесь очень много разной ткани. Ого, ничего себе. Огромная. Вот. Ее только помыть. Она где-то у людей в палисаднике лежала. Знаете, мне бы вот эту вот не забыть. Я ее за собой таскаю. У меня уже так было. Возьму. Ушла и забыла. Ушел аманжол. Здесь еще такая же ткань. Это, видите, корзинка. Корзинка, рукодельница. И здесь ткани. Оп! Не кусайся, корзинка. Это вышивка. Еще картинка. Да, тканей здесь много. А вот еще одна рама. Кони. Вороные,
Кевин Бест. Это австралийский художник. Я первый раз такую машинку вижу в Австралии. Это у нас там были такие. Такая. Холодильник. Замотали. Ой. Это что там? Ого. О, ничего себе. Смотрите. Что-то там пишут. Венер. Это значит, как Венера. Сильва плейт, это посеребрённая. Зеркальная мебель. Нет, не разбитая. Ручная работа. Здесь же необычная картина. Здесь огромная коробка с одеждой. Коллекция картин Мэри Августин. Мужчина в тюрбане. Модерн стиль. Авто ван Эйк. Стоило $250. Все лица, я вам скажу, прям такие невеселые. Даже дети. Happy birthday. Написано на тортике. Ага. Так, обнаженное тело не буду показывать. У меня плохой опыт. YouTube тогда блокировал. Ух ты ж. Видите, там тараканьи яйца. Ой, какая страшная картина. Бог ты мой. Ой. Здесь абстракция. Тут непонятно что. Непонятно кто. Угу. Натюрморт с чайниками. Страшно. У людей в гараже стояло. Тут может черная вдова сейчас прыгнуть. Кто не знает, что у меня есть второй канал. Канал называется Элла Австралия ТВ. А также я есть на Яндекс.Дзен. Имя такое же. Элла Австралия Second Hand поиск клада Дзен. А также у меня есть канал на ТикТоке. Он называется Элла
Австралия. И я там практически каждый день провожу стримы, прямые трансляции. Так что всем добро пожаловать. Что могу сказать? Шикарное качество. И материал очень-очень тонкий. Абстракция сзади. Такая. Да. С капюшоном. Шорты. А это понять не могу. Это я, наверное, себе оставлю. Потому что сын у меня такое не оденет. И буду я про комбат. И еще одни шорты. И тоже здесь на замочках кармашки. Ё-моё, ни конца, ни края нет. Еще одни леггинсы. Я даже не знаю для чего. Только на этих здесь вот такие значки. Ну, придется мне их носить. Наконец-то. Вот это последнее. Футболка. А это так сзади выглядит. Еще раз я пересмотрела эту сумку. Она оказалась новая. Так что посмотрю. Может быть, и сама ей воспользуюсь. Очень красивая. А здесь у нее замша. Дорогие мои зрители, у меня к вам будет огромная просьба. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это поможет развитию канала. А я вам всем желаю огромного здоровья и мирного неба над головой. Увидимся очень-очень скоро.